Отвлеченная на сбор рекламных буклетов, 70-летняя женщина убирает кошелек в сторону, забывает о нем и уходит. На следующих кадрах камеры наблюдения тоже пенсионерка, но более внимательная и предприимчивая. Совершив обход по магазину и при этом ничего не купив, она вернулась за чужим имуществом. Жительница Ленинского района обратилась в полицию по факту кражи кошелька в магазине, в котором находились денежные средства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции была доставлена подозреваемая, 66-летняя, ранее несудимая местная жительница, которая призналась содеянным. В кошельке у пенсионерки было 4500 рублей. Через какое-то время она пришла в магазин в надежде, что найдет забытую вещь. Но ей сообщили, что денег не видели. Никто из покупателей к продавцам не обращался. Если вы нашли потерянную, забытую кем-то вещь, вам необходимо уведомить об этом хозяина, либо, как в нашем случае, администрацию магазина, и, разумеется, вернуть находку. Присвоение чужого имущества грозит привлечением к уголовной ответственности, так как считается кражей. Подозреваемая призналась, что не смогла пройти мимо бесхозного кошелька и к моменту задержания успела потратить часть денег. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.